«Йоу, бразер», сказал бы вам мой нига-друг из GTA 5. Всем привет, друзья, вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь. Мы продолжаем прохождение популярной игры на сегодня. Тихо ты, боже мой. Чуть было не было, ё-моё. Ещё бы помялось бы, там, не знаю, люди погибли внутри. Аккуратно надо ездить на такой маленькой, слабенькой машинке. «Йоу, брат, нравится каска? Купишь за 20 тысяч баксов?» Ну и все тогда. Ну и что у нас? У нас, получается, прошлая серия закончилась на том, что мы с вами взяли хранилище. Прямо взяли капитальное. Теперь ждем, пока нам Лестер переведет бабосы. Вот. Ну и, соответственно, скатаемся на заданице. Посмотрим, что кого и почем. Снова, как всегда, Франклин гоняет на своем зеленом драндулете. Если честно, не самый лучший мотоцикл, на мой взгляд. Ну, Франклин, он, видать, прижился по вкусу, и он больше любит на нем кататься, чем на своей тюнингованной тачке. Тут даже с тёлочкой, как говорится, шпили-вили не поделать. Зачем этот мотоцикл нужен? Ну, видать, любит свободу, там, не знаю, ветер в волосах, насекомые на лице. Что-то все пипикают, вроде еду, никому не мешаю. А все дело, видать, в моем... Так, стопэ. Дело в моем харизматичном шлеме. А, у нас этот, да? Я понял. Ну что, лишние бабосики не будут, давайте. Оп. Бабосы давай! Все, валим, валим, валим! Валим, валим! Я его не забрал, кстати. Ой, блин. Так, ну не отработано, да, все как попало. Так, Франклин, Варя, менты едут со всех сторон. Все. Блин, белую мою кофту испортили. Черной кровью. Да что ты орешь, женщина? Господи, как будто я тебя убиваю. Разорались, ё-моё, я не понимаю, средь белого дня. Что вообще происходит? Что люди орут? Да, чуть не попались. Немножечко, конечно, неаккуратненько все сделали, но ничего. Все никак не получается. Мне отладить все, чтобы было все крутенько, аккуратненько, чистенько. Забрали, убили охрану, и меня сейчас полиция спалит. Да. Ой. Столб прям просто. Встал тут у меня на пути. Так, надо отсюда уходить во дворы. Простите. Я не хотел. Честное слово. Уйди! Толстопышка! Тут сегодня этих мелкомобилей много. Не, подожди, туда не вариант ехать. Поехали наверх. Может быть, все-таки отцепятся. Ну, подумаешь, там инкассаторов вальнул. Что такого-то? Мы вон в прошлой серии хранилище взяли, и ничего страшного. А тут, блин, понимаешь, что инкассаторов гасанули, и уже такой кипиш, да? Все, я Франка немножко приодел, делаю так более по-простому. И у нас было здесь задание, которое благополучно у нас испарилось. Ясно. Я смотрю, бывают тут такие багули, какие-то задания. Ну, может быть, опять либо поздно. Какое-то определенное время надо. Ну, ладно, пойдем тогда покемарим, что ли. Пару деньков. Так. А, о, все. Я встал на задание, думаю, какого хрена ничего не происходит. А происходит, нам кто-то дверь звонит, давайте откроем. Эй, Слик, это я! What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Nah. Oh, yeah. But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man. The feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns then. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B,
a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C. Time's ticking, pal. Beep, beep, beep. And your answer is... Man, you know what? Man, fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Man, fuck you. Вот у него капец, речевая диарея, да, столько информации втекает. А, что вы выберете? Убить Тревора, убить Майкла, спасти обоих? Я выбираю, естественно, спасти обоих, так как и Тревор, и Майкл мне... ну да, они бесячие ребята в той или иной степени, но в любом случае обоим я им смерти не желаю. Я в прошлый раз выбирал этот же вариант, выбираю и сейчас. Я ничего в этом менять не хочу. Franklin? Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, I'm coming. Все, позвонили Лестеру. Сейчас мы, как в старые добрые времена, мы все время, все, ребята, с этими ребятами все решали вместе. И грабежи, и не грабежи. Да, Майкл эгоист, да, Тревор психопат, но, блин, все равно они как-никак кенты, какая-то своя такая, знаете, братская семья, все такое. Опа. Поэтому, ну, блин, кидать их и предавать я, естественно, собираюсь, и поэтому... Вот, если будет кому-то интересно посмотреть на другой финал, может быть, допустим, вы тоже выбирали то же самое, то вы можете посмотреть это дело на YouTube, ну, а я... Останусь верен своему финалу, который был выбран. И выберу его сейчас. Вот ты едешь, ты не видишь, что ли, у меня подсветка зелененькая, а? Ты чё? Вот так вот. Мне сюда. Ладно, нам ехать 3 километра, поэтому давайте доедем, так вот там уж продолжим. Hey, you got off lucky, homie. О. It's Raul at the taxi depot. A young lady just called. She says she wants someone discreet and professional. Sounds urgent. There ain't many of our drivers fit that description. Have you got the time to take it? Блин, ну, женщина просит, конечно же, поможем. Аккуратного водителя. Ребята, а вы точно позвонили по адресу? Не, ну я, конечно, не самый плохой водитель в данной игре, но насчет аккуратного профессионала спорный момент. Кстати, смотрите, прямо рядом с Лестером. Неспроста. Прямо сам Бог велел заехать, забрать ее. Ну, поехали. Воу, тихо там не ори на меня. Я, понимаешь ли, отвлекся на мини-карту. Мне, кстати, сюда. Где ты там стоишь-то? Pull in here. Давай, быстро бедрами шевели. Can you take me to the Central Los Santos Medical Center off Capitol Boulevard? Ты итальянка, что ли? Вот акцент такой у ней. Итальянский, знаете. Смио, змио. Да, походу, да. You okay? Are you sick? No. I'm gonna surprise my fiance. He's a doctor there. Man, what is it with girls and doctors? I've been asking myself the same question. I just read on his email the son of a bitch is leaving work to meet up with some slut. You read his email? He's marrying me. You shouldn't have anything to hide. Вряд ли это понравится, но она молчит, значит нормально. Как тебе мой сигнал, дорогая? Куда ехать-то? А, вон вижу. Все, с тебя 70 тысяч баксов. Эксклюзивно такси экспрессу. Wait, there he is. Okay, I want you to follow him, but don't make it obvious. You know, like they do in the movies. You sure about this? Ой, да ладно, сестра, ты что, угораешь, что ли? Look her in the eye, let her see my banging body. Okay. Ой, блин, преследование. Следите за машиной так, чтобы вас не заметили. Ля-ля-ля-ля. Меня незаметно, я вообще беспалевный парень. There you are. Stay at this range. Да я тень. Куда он там делся, вон? We used to have sex every morning. Now it's like he's too scared to even touch me. Touch me, match me. Же он быстрее, чем обычные водители. Обычно всегда в таких зданиях, как правило, водители немножко выделяются от остальных. It's disgusting. You don't see him in such a hurry to come home to see me.
What would have happened if I had threatened to cut myself if he didn't give me the password to his email account? A patient. That's cheating code if I ever saw it. I'm not stupid. Do I sound stupid to you? What are you gonna do when you get there? Oh, I'll think of something. Don't you worry about that. Да он не понял, где там пистолет спрятал его. I was the one who was there for him. Застрелили там всех и все. Ну нам так кажется. Главное, чтобы нам заплатило бабосиков. Нормально, не 100 баксов, а там, не знаю, ну пару тысяч хотя бы. Раскатил губу до самого Лондона. I was just at my mom's place. She always said he'd stray as soon as he qualified. Too good for Ed Boudreau Heights now. Слишком близко подъезжаем. So he done this before? Oh, he must have done. Тихо, приехали. He's pulling into that apartment building. And I see her. She's there waiting for him, the bitch. Так, поехали. Поймаем сучку. Где? Ух ты. Got him. He never saw us once. Okay. Ну-ка, давай-ка. Посмотрим. Caleb, what are you doing here? This is her? This is a slut you've chosen over me? She's a patient of mine. Hey, come on, are you crazy? Put the gun down. Пациентка. Короче, если это была пациентка, то она их обоих застрелила. Больная курица. Еще и фотоет. Жива, нет? Не, вроде все скопытилось. Ладно. Ой. Я не при делах, я ничего не знаю, я поехал отсюда. Офигеть. Ну, в принципе, да, было предсказуемо. Ревнивая бабиха. Так, что-то здесь тупик, что ли? У меня вон там есть. Блин, машину Франклина немного поколотил. Ладно. Все. Помогли тут в семейных дрязках разобраться. Теперь, собственно, со своими проблемами поедем разбираться. Поехали. Лестеру. Что, ребята, я решил немножко машину Франклина освежить, поменять ей стиль, перекрасить, затюнил ее. Ну, точнее, не то, что затюнил, а дотюнил. Поставил топовый двигатель, поставил топовую подвеску, тормоза. В общем, все, что было топовое, поставил. Давайте проверим, на что теперь способна эта машина. И немножко прокатимся. Что-то как-то так. Прокатились немножечко. Все. Теперь можно идти и решать вопросы. Ну, надо как-то немножко развлекаться. И я думаю, Франклину такой стиль развлечения, я думаю, будет по душе погоняться. Да и кто тем более любит, не любит быструю скорость на быстрой затюнингованной тачке. What's the panic, bro? What the fuck do you think?
Man, imagine a fucking scenario that would fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. But you know, I don't want to say something that's really exciting, and then you have to act all deflated and say, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Well, I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Devin Weston, man. You know the, That angry rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right. I say, kill Michael, then kill Trevor. Man, отличный совет. You're fucked, you know, I don't know. You know everything, dawg. I know, okay, but I'm sorry, I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay. Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Meriwether. I think, actually, Weston owns... piece of Meriwether. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe, both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. I got you. Приготовьтесь, да. Все, ух, я готов. Ламар. Ламар, братан, бери свою бомжовскую жопу и иди сюда. Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. Все. Погнали за дядькой Ламаром. В принципе, недалеко. Поехали! Nigga. Town got somebody who want to clap. Yeah, but that applies to some fools more than others. Ay-ay-ay. Nigga, I'm talking about you. Everybody in this town want to take a pop at your ass. He's lining up, camping and shit, trying to take a shot at the big chick. Ain't that the truth? But ain't nobody pissed off as many motherfuckers as Michael and Trevor, dawg. Look, man, Michael and Trevor, they should be inside.
Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. I'll holler at you. В общем, заходим в литейную. Сейчас у нас тут будет жесткий замес, ребятка. Прям вообще дыгидыщ, бедыгищ. Будем тут просто валить напрочь всех этих мудаков, которые тут нам пытались всю игру ставить палки в колеса. И в итоге в конце решили слить нас, наших героев, с помощью еще одного нашего героя. Ну и не бывает этому, по крайней мере, в моем прохождении. О! А там уже кто-то... А, я даже уже понимаю, кто там кому в лицо винтовками тычет. Где тут подъем? It is a setup. Hey, man, what the fuck am I doing risking my ass trying to save y'all ass if you just gonna kill each other? Hey, you're not saving me. You're saving him. Ah, you're saving this fat fuck. Man, y'all gotta keep y'all fucking heads right and end this shit. If not, man, I'll put bullets in both of you motherfuckers. Hey, they here? I know them when I see them, homie. They creep. All right, good. Y'all hear that? Now, if we're doing this shit, man, it's either now or never. Хорош уже друга пушками тыкать. Fuck it! Where do you want me? All right, man. You go over there. All right, where you want me? You hold your position right there. Okay. I'm gonna go over there. Ты туда, я сюда, а ты тут. Все, команды розданы, мы готовы ко встрече. Погнали, друзья! Come on!
Getting turned again, and you know it. Hey man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up.
We got a lot of old friends I think need to be re-educated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. No, we just gotta silence a few noisy people. Well, yo, let me see. There's, Steve Haynes. Dave Norton. No, we need him alive. Why? So nobody fucks with us afterwards. What about that Triad motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch? We want to throw him in? Shit, Trevor will throw anyone in just to satisfy his bloodlust. Whoa! Hey! It's called a fucking loose end, all right? Now, if we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. But then we're gonna have to take care of our old pals, Devin Weston and Steve Haynes. Oh, fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, but look, I got you on speakerphone. Oh, did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you putting the ground wheels. Uh-huh. You, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Ooh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And, Wei Ching. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Chang! Wei Chang! And Franklin's pal, Stretch. Huh, Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Check it! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. All right. I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the B.J. Smith Recreation Center. No, I got him. Let's keep him clear of known associates. All right, thanks, dawg. You got it. What you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk-ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. All right, good. Ну, в общем, такая получилась, друзья, серия. Надеюсь, вам понравилось. Продолжается мясо, мы будем истреблять всех врагов этих троих. Уже не только в этой серии, но и в следующей. Всем хорошего настроения, всем пока.